Всем здорово, это Котопес, а значит мы начинаем наш стрим «Шлепни комариху». Привет! Всем привет! Таня, привет! Серега, привет! Привет, привет! А у Татьяны микрофон выключен, что ли? Танюша, включи микрофон. Всем здравствуйте, я здесь. Очень рады тебя слышать. Вы готовы? Да, мы готовы. Да, конечно. Приветик, приветик. Ты выбрала странный самолет? Отличный самолетик. Да, он очень быстрый. И, кстати, у него довольно хорошая прочность, по-моему. Да, у него лучшая прочность. 60, по-моему. Так что разбирать буду больше. Ну да, в общем-то, это такой тактический маневр. Итак, сейчас начинаю отчет. Отчет. Три, два, один. Полетели. Посмотрим, что, какая у нас будет карта. Надеюсь, какая-нибудь побольше. Мы летим, как мы договаривались. Okay. Расскажите всем, как вы договаривались. Шучу. Нет. Видите знакомые лица или нет? Ну, первое звено это из нашего клана, мальчики Алёша. Обострел. Потом напротив. Напротив знакомых лиц не вижу. А ты, Сергей? Да, только за нашу команду уже знаком. И победителей из прошлого стрима я тоже что-то не наблюдаю. Давайте первый бой разминочный. Понял. И посмотрим, понятны ли правила. Я маякнул. Чтобы меня начали защищать. Штатьяна, будем ее охранять. Вот, смотрю, моя команда ко мне подтягивается. Отлично, давайте, ага, по мне стреляйте. Да уж, не перепутали. Тань, ты все-таки самая первая не летела. Ну окей, ну тоже хочется пострелять, Тим. Лети, лети, аккуратно. Бруно на тебя. Угу, снимайте. Ходи. Наверх. Давай. Вытягиваю. Снимайте. Разворачивай. У меня хвосты. Видим, видим, она хвосты. Да, фокус такой, как и в прошлом стриме. Я их кружу. Кружи, Таня, кружись. Сейчас мы попробуем тебя спасти. У меня тоже хвост маленечко. Ну все, меня сбили. Так, кто тебя сбил? Угу. Ну что ж. Был бой очень энергичный. Поздравляю игрока Влада Спан. Поздравляем победителя. Отчет. Три, два, один. Полетели. Опять у нас четвертый уровень. К
карта еще меньше. Смотрим на составы. Да, есть опять знакомые лица. Много очень комаров. И, видимо, другие кланы тоже. Как у вас настроение, как спокойствие? Отлично. Таня, тебе удалось? Ну, это честно, я волнуюсь. Я не волнуюсь. У меня отличная команда в этот раз. Я надеюсь, мы выиграем. Ну, мы выиграли. Так. Ну, надеюсь, все-таки и живой остаться в конце. Полетели. У нас новая тактика. Теперь я лечу за Сережей. Давайте я с вами тоже полечу. Буду, если не защищать, то хотя бы принимать удар на себя. Ну, ты рядом? Обнаружен противник. Вот первые враги. Не кидаемся, идем так же. Так, Таня, чуть-чуть. С набором подрессировали. Да, тут все наверху. Понеслась. Карта маленькая. Угу. Со всех сторон по мне красиво выглядит. Где моя команда? У меня такой вопрос. Опс, меня сбили. Отлично. Переключаюсь на Татьяну. Да. Ой, Татьяну опять сбили. Ну, опять меня сбили. Отчет. 3, 2, 1. Летим. Надеюсь, карта будет побольше. А то бои очень как-то уж быстро заканчиваются. Нет, карта опять коротенькая. Но зато новая. Аккуратнее, АК-7, что с ракетами же, да? Да. Может быть. Да, скорее всего, да. Тут сложно сказать, какая команда сильней. О, у нас есть Rainbow 97, победитель первого стрима. Один из победителей первого стрима. Опасайтесь, Rainbow 97, он в прошлый раз победил. Да, он был на РО. Один раз, да-да-да, ракетами. Конечно, знаем. Отлично, знаем. Ракетчик, звонарёв и ас у тебя было, 3 медали. Я манипулирую. Команда меня видит. Да, надеюсь, поддержит. Карта опять короткая, давайте как-нибудь осторожно, пожалуйста. Ну что ж, нужен противник. Попытаемся в этот раз я защитить. Вот Татьяна опять впереди. Таня, вернись. Выходи, выходи. Кину на вас. Так. А, ну лети. Сюда не подходи ближе. Немножко сверху. Они все идут за мной, косяком. Да-да-да. Конечно, за тобой. Косяком.
Это же короткая карта, я предупреждал. Ракеты пошли. Mm-hmm. Привет, Рейнбоу. Так, пойди, у меня еще тормозит. Ай-яй-яй-яй-яй. Татьяна молодец. Все еще живая, несмотря на то, что... Вроде бы тут да нет, такая жуткая нет. Охота идет на нее. Сбили опять, да? О, Дима, я привет, Дим, поздравляю. Свои же! Таня, как ты думаешь, зачем Дима тебя сбил? Он же твой друг. Да, но это игра. И я его поздравляю. Голда важнее. Да. Шутка. Голда важнее дружбы. И вообще, Таня, как тебе с мужиками вот с такими играют, для которых голда важнее дружбы? Нет, ну это не про Диму. Дима не специально. То есть, ну, это же игра. Если бы я была, допустим, в такой же ситуации, я бы тоже за ним гонялась. Да не, он просто снимал с Дани хвоста и промазал. Да, видимо, да. Полетели. 3-2-1, мы полетели. Будем надеяться, что карта будет побольше. Татьяна, кстати, вчера начался чемпионат мира по футболу. Как ты к этому относишься? Честно говоря, к футболу я никак не отношусь. Я футбол не смотрю. Я знаю, что он вчера начался. И, по-моему, даже вчера какой-то матч был. Правильно? Да, Бразилия-Хорватия 3-1. Ну, видимо, логично, что да, я девушка, и я за футбол не слежу. Почему же, насколько я знаю, девушек, у них есть секс-символы, футбольные игроки? Угу. Нет, мои секс-символы это не футбольные игроки. Это летчики. Нет, и не летчики. А кто у нас остались еще секс-символы? Актер Голливуда. Брэд Питт? Ну, например, да. Ну, наконец-то, карта у нас огромная. Карта у нас большая, и мы можем теперь поболтать о чем-нибудь. Можно поболтать. О тех же мужчинах, секс-символах. Не будем же мы говорить о девчонках. Да, о девчонках я вам ничего не расскажу. Мы тебе сами расскажем. Мне не надо, мне не интересно о девчонке говорить. Так, я так понял, что Брэд Питт. Ну это к примеру. На самом деле нет. Ну а какой тип мужчин тебе нравится? Умный. Какой-какой? Умный. Ну, тут все умные. Бигре. Ну, нет. Даже ты умный, он умный. Не знаю. Умный, веселый, находчивый. Красивый? Нет? Нет, не обязательно. Я не из тех девушек, которые влюбляются в внешность. Мы сейчас говорим о реальных мужчинах или о виртуальных? Мы говорим вообще о мужчинах. Виртуальных мужчинах? Я не знаю, что такое виртуальный мужчина. Ну вот эти, которые в самолетиках. Это реальные мужчины. Они не виртуальные. Каждый игрок здесь фокус. Реальный человек. По крайней мере, я их всех так воспринимаю.
Ай-яй-яй, похоже, поболтаем. Вот у меня уже первый хвост. Где хвост? Да как хвост тут? Самого фокусят. Или Татьяна, надо переключиться, бы посмотреть. Ну, мёртвый живи. Извините, у меня ещё полно такое. Ну да. Вот, Татьяна. Команда противника забыла. Здесь кто-то занимался. Ну да, нет. Да, мы здесь проигрываем, опять же. Вернее, не опять же проигрываем, мы через раз. Но Татьяну сбивают каждый раз. Ну что ж, поздравляем. Опять же победителя. Поздравляем, да, победителя? Да, это Серега. Ламешка, 210-й. Что за Серега? Наш Серега? Нет. Да не, ник у него. Просто Серега, да? Угу. Ну, пока идет бой, Таня, как вот все-таки вот эти самые мужчины, Сереги и Дмитрия, почему они тебя сбивают? Как тебе вообще легко в мужской компании или сложно? Ты имеешь в виду вообще играть в игре, которая заточена под мужчину, где 90% игроков мужчин, правильно? Мужского пола. Да, вот. Если бы я играл в игру, где много девушек, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это же странно. С одной стороны, хорошо, повышенное внимание я себя чувствую. То есть даже в каждом бою хвостов я цепляю больше, чем любой игрок другой. Но с другой стороны, конечно, в чате я сразу вижу много таких некультурных вещей. Иногда, там, я не знаю, это школьники пишут или кто, иногда бывает неприятно играть. Даже порой выключаю чат. Поэтому девчонок мало в игре. Или не понятно? Да, 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 да. Именно по этой причине, потому что, парни, вы не думаете, что мы, девушки, тоже реальные люди, и нам некоторые вещи не следует говорить. Пусть вы там за двумя экранами от нас, но мы равны нечем. Ты курс, да, нет? Нет, сразу полетели. Так, сейчас я скриншотик сделаем. Готовьте шестой уровень. Сейчас шестой. Поздравляем, Серега. Как-то так звучит ник. Сохранили. Переходим на шестой уровень. Давайте объявим минутную готовность. Минутная готовность. Так, что же мне взять? Возьму опять что-нибудь толстенькое. А, собственно, что тут размышлять? Мы москиты и будем летать на моските. Сейчас проверим, что у нас тут. Да, все в порядке. Он у меня тут раскрашен, москитик. Красный цвет крови. Таня, вы готовы? Я готова. Отчет. 3, 2, 1. Полетели. В этот раз мы на серьезных самолетах.
они же неповоротливые. Но зато они не такие беззащитные. И скорость, по-моему, у мистер Шмидта у этого не самая быстрая. Зато кто попадется мне в прицел, проживет не очень долго. Настроено агрессивно? В этот раз, да. А может и да. Да-да. Парни, держитесь. Вот там опять Серега. Здрасте, здрасте. Рейнбоу за нас. Ну, Бастрел с контра и 3 за нас. Ну что ж, посмотрим. Вообще, конечно, как-то не очень получается пока. То, что Татьяну каждый раз все-таки сбивает. Но согласитесь, что не просто выжить, когда на тебя летит сразу 15 самолетов. Так, где Татьяна, летим спасать. Таня, мы там закончили дискуссию о футболе, мужчинах и прочем? Ну, если хочешь, можем развить. Конечно, хочу. Давай, развивай. Я поддержу. А я так и не понял, почему? Почему вот так все, что тебе, ну, вот, как-то не очень нравится? Играть мне нравится. Мне не нравится, как выражаются при виде меня некоторые игроки. Ну, просто если бы здесь были девчонки, я думаю, они тоже иногда выражаются. Хотя, конечно, меньше. Ой, там целая куча я имею в виду не какие-то выражения, которые идут в мой адрес. Я имею в виду предложения, которые поступают в мой адрес. Давай я так сформулирую. Возмущение. Ай-яй-яй. Снизу хвост. Ждали. Мустанга чуть-чуть поранили. Опс. Татьяну опять сбили, что ли? Ну что это так... Я даже двоих сняла. Такое. Да. По-моему, нечестно это фокусить Татьяну. Почему нечестно? Пусть придумывают новые тактики, ищут и так далее. Нечестно сбивать один самолет. Нужно повоевать. Так, считаем. 3, 2, 1. Бой. Летим! По-моему, очень даже честно. Тем более здесь карта не такая большая, можно и в углу легко найти будет. Mm-hmm. Вот прямо тут, в котором. Хотя решайте сами, конечно. Ну, предыдущие 5 боев я играла, как бы я играла в рандом, допустим. Я не люблю прятаться, я люблю идти первой, кидать ракеты в толпу, маневрировать, сбивать кого-то, ходить от трассера. Ну ладно, попробуем. Да, давайте ради эксперимента попробуем продлить удовольствие. Давай. Так, кто тут у нас? В нашей команде Нубострел, Rainbow 97, Contra 3, мистер Брумс.
Очень много хороших игроков в нашей команде. Противоположную речь не успел прочитать. А я полечу, пожалуй, налево. Вместе со всеми. Если меня соперник увидит, подумаю, что Татьяна тоже там. Я тебя слышу. Ведем их всех в заблуждение. Ну, а я-то полечу в другую сторону, чтобы меня увидели и подумали, что ты тоже где-то рядышком. Окей? Угу. Такой обманный маневр. Пес. Вы куда-то полетели, вы же хотели на Б2. А, вы на Б2? Я туда и лечу. Я думал, вы хотели на G2 остаться временно. Я где-то самый первый разведчик. А давайте я... Нужен противник. Самый первый разведчик быстро погибну и переключусь на Татьяну. Японец нам не интересен. Видимо, мне придется вернуться к команде. Меня там никто не защитит. Отвлекающий маневр. Горим! Потушен. Не подсказывай. Вот за мной два хвоста. Уводим их от Татьяны. МЕ. Так, а что мы? У меня хвост. Так и у меня хвост. Три за мной хвоста. Не хвост. Ну к тебе. О, какую кучу я увел. Надо было штаба быть, что я говорил. Там никого не было. Все, разворачиваемся. Я вернулся к своей команде. О. Но если бы меня кто-нибудь нашел в штабе, мне некому было бы прикрыть. Есть шанс, что ты останешься жива. Нет. Нет? Ой. Опять Рома, что ли, сбил? Молодец, поздравляем. Ну что, комары и комарихи, на этом наш стрим закончен. Давайте скажите какие-нибудь прощальные слова. Большое спасибо всем, кто играл. Мне очень понравилось. Видимо, тактику придется нам доскональнее разрабатывать с Лёжей на следующие стримы. И все прошло всем очень спасибо, круто. Пока. Так, я сейчас фиксирую победителя. Рома! Поздравляем! Три восклицательных знака. Ну что ж, на этом стрим закончен. До встречи примерно через неделю. Стрим обычно у нас состоится либо в четверг, либо в пятницу. В 7 или 8 часов вечера по Москве. Всем удачи, всем пока.